Не знаю, понимаешь, покупая мебель, ты уверен, все, это последний диван. Как бы ни шли дела, вопрос с диваном уже точно решен. У меня было все. Очень приличная стереосистема, весьма респектабельный гардероб. Я был практически укомплектован. Чего фигня, а теперь все накрылось. Знаешь, что такое дюва? Одеяло. Обычное одеяло. Вот ты мне скажи, зачем мужикам вроде нас знать, что значит дюва? Это жизненная потребность, как умение добывать себе пищу? Нет. Ну и кто мы? Не знаю. Потребители? Правильно. Потребители. Побочные продукты одержимости стилем жизни. Убийство, преступность, нищета. Нас это все не колышет. То ли дело журналы Celebrities, штук этак 500 телеканалов, чье-то имя на наших трусах. Рогейн, Виагра, Алестра. Марта Стюарт. К черту Марту Стюарт. Пусть начищает медь на Титанике, все идет ко дну. Так что шел бы ты со своими диванами с полосато-зеленой обивкой. Я за неукомплектованность, за несовершенство. Я за эволюцию, а там как карта ляжет. Впрочем,